О пожарной ситуации за прошедшую неделю расскажет начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску Николай Степаненков. За прошедшую неделю на территории города Бердска произошел один пожар. Так, 26 февраля в результате эксплуатации печного отопления с несоответствующей разделкой произошел пожар в частном жилом доме по улице Бородина, 22. В результате огнем повреждены помещения веранды и помещения для хранения угля на площади 35 квадратных метров. Ущерб от пожара составил 65 тысяч рублей. Уважаемые жители города Бердска, напоминаем о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печного отопления, электрооборудования, при пользовании с легко воспламеняющимися жидкостями и производстве пожароопасных работ. Для своевременного обнаружения и извещения о пожаре рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.